Всех я приветствую, друзья. С вами Ирина. И вы можете заработать 10 счастливчиков, могут получить по $15. Итак, для вас администрация проекта Whole World всем миром подготовила новогодний конкурс. Призовой фонд $150 разделится на 10 человек. Получат они по $15 за репост этой записи ВКонтакте и щедрое новогоднее пожелание. Итак, условия. Вступите в эту группу. Официальная группа ВКонтакте. Эту ссылочку на группу я прикреплю под видео. Сделайте репост этой записи и в комментарии к нему на своей странице напишите в свободной форме новогоднее пожелание друзьям стать миллионерами в новом году и добавьте свою реферальную ссылку, ну, либо уникальную ссылку на сайт Whole World или раздел благотворительного марафона. Далее перейдите на свою страницу ВКонтакте и закрепите опубликованный репост. Не удаляйте его до завершения конкурса. Победители будут определены случайным образом в прямом эфире 14 января. Обязательное требование для получения приза. Аккаунт ВКонтакте, с которого вы делаете репост, должен быть привязан к вашему профилю Whole World для защиты от накруток. Сейчас покажу, как это сделать. Заходите в раздел «Профиль». Вот здесь у вас будет, если еще не привязана соцсеть, авторизовывайтесь заранее у себя на странице. Вот моя страница. Авторизовывайтесь. И просто переходите по этой ссылочке. У меня просто уже привязано, поэтому я не могу показать. Вот добавить соцсеть. Переходите по ссылке ВКонтакте, нажимаете «Разрешить» и все. Вот ваш аккаунт будет уже привязан. И ваш аккаунт Whole World на момент розыгрыша должен быть активен. Как это активен? Активация аккаунта стоит $5. После регистрации, регистрируйтесь по моей реферальной ссылочке, которая будет под этим видео. Можете купить у меня пин-код за 200 рублей, либо заплатить $5 на активацию аккаунта. И выполняете все условия, и вы можете оказаться одним из этих счастливчиков. А вот это видео, как это работает в 2013 году, оно мне просто не дало спать. Я когда его увидела, я думала, неужели это так работает? И 6 месяцев я думала, и через 6 месяцев я решила оказать финансовую помощь в этом проекте. Это был 2013 год. Сейчас уже канун 2022 года, а я до сих пор в проекте. Как вы думаете, почему? Напишите в комментариях.